Все, что могли, мы сделали. Я не буду сейчас искать виновных, я не буду искать и виновных, и оправдываться не собираюсь. Считаю, что нашей вины в этом во всем нету. Все, что мы могли сделать на сегодняшний день, мы это сделали. И сделали оперативно. Сделали качественно. Сделали все как положено по технологии. Выняли грунт влажный, мокрый. Засыпали и скалой, и ПГСом. Укатали. Но так как ямы где-то большие, там можно было укатать катком. А там, где небольшие ямы, имеется в виду по размерам, то их невозможно катком укатать, их только можно укатывать вибротрамбовкой. Она все равно не укатает так, как она должна быть. Так как мы на ямочный ремонт несем ответственность один год, ямочный ремонт должен происходить качественно и согласно всем правилам, которые установлены в работе. Поэтому буквально... Вопрос, конечно, касается и финансовой стороны, и немаловажный вопрос, это самый важный вопрос. На сегодняшний день есть, не буду озвучивать, что и как, есть задержки, но предприятие работает, предприятие старается приносить людям все условия, чтобы ездили, но а перед водителем я бы хотел извиниться пока что за такое неудобство. Но надо соблюдать все равно скоростной режим. Есть знаки, стоят знаки, стоит все. Надо держать и соблюдать скоростной режим. Чтобы дорога пришла в нормативное состояние, нужно еще, наверное, немного времени. Буквально с той недели, вроде как нам обещают, и финансирование будет. Но с той недели мы начнем уже при, опять же, установлении нормальных погодных условий, начнем делать с асфальта ямочный ремонт.